Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать коробочку от Glossy Box за сентябрь. Выглядит она вот так вот стандартно, как всегда. Никаких праздников они в этом месяце не отмечают. И давайте вместе с вами ее откроем и посмотрим. Как всегда, стандартная черная ленточка. Здесь у нас они уже начинают рекламировать и скоро поступит в продажу 6 сентября. Это уже адвент-календарь, который будет стоить вроде как 70 паундов, а наполнение в нем будет на 370. То есть вот такие вот тут подарочки. И вот такая вот книжечка с описанием продуктов, с ценами, с сайтами. Очень мне нравится, очень красиво они стали оформлять. И посмотрите, как красиво на этот раз сделана, нарисована эта книжечка. Вот такие вот тут красивые и кактусы, и чашечка кофе. И здесь вот все продукты, тоже все очень красиво оформлено. И вот такие вот подсказочки, что же будет в октябрьской коробочке. И так как будет у нас Хэллоуин, то в этой коробочке, как и в прошлом году, будут тени от бренда Style London. Это палетка из 9 теней, которые как раз-таки хорошо подойдут на этот праздник. Вот такие вот. Ну и давайте посмотрим само наполнение этой коробочки. Вместе с вами откроем. И давайте посмотрим. И сразу же бросается в глаза вот такая вот красивая шоколадка. Это такой вот их подарочек. Очень приятный бельгийский черный шоколад. Мне кажется, прекрасно, просто прекрасно. Такой вот увидеть подарочек. И так как эту сентябрьскую коробочку они решили оформить, вернее не оформить, а заполнить такими вкусняшками, как они сказали, то есть эта коробочка будет вкусная. Все продукты в нем будут, ну, в кавычках, скажем так, вкусные. И директор этой коробочки Элли Наш, вот, кстати, посмотрите, как она выглядит. Она положила 6 продуктов, вот это 6-й продукт, такую саму настоящую вкусняшку. Потому что, конечно же, остальные вкусняшки кушать нельзя. Ну и давайте начнем с первого продукта. Это вот такая пудра от бренда Navy, это банановая пудра. Уже они как-то ложили банановую пудру. Банановые пудры сейчас очень входят в моду. Это полная их версия. Здесь 4,5 грамма. Стоит она 15 паундов, то есть как бы дороговато. И вот это setting powder. Вот состав, кому интересно. Вот, и здесь с оттенком такого желтого, как я уже сказала, очень сейчас популярны эти банановые пудры. Наносить ее как бьюти-блендером, как кисточкой, то есть как консилер его использовать. Нанести, подождать 5 минут, и ваша кожа, как обещает бренд, будет вся светиться и будет ухоженной и красивой. Это минеральная, кстати, пудра, что не может радовать. И здесь также говорится о том, что с добавлением гиалуроновой кислоты. Давайте посмотрим вместе с вами. Откроем это все и посмотрим. Вот так это выглядит. Здесь вот такие вот. Пока что отклеивать не буду, но вот так вот все это у нас выглядит. Очень, кстати, мне нравится, что такая вот маленькая компактная баночка. Тоже с собой ее очень удобно брать. Следующая вкусняшка, тут был у нас бананчик, а тут у нас кокос. Это кондиционер для волос от бренда Palmers. Знаете, я заметила, что в последнее время Glossy Box ложит очень много кондиционеров для волос, так что я так думаю, что покупать мне их еще долго не придется. Здесь вот такая у них новиночка с маслом Маной, который очень, как они говорят, хорошо увлажняет волосы. Ну, естественно, кокос очень хорошо увлажняет волосы. Стоит такая вот пачечка, здесь у нас 60 грамм, 2 паунда, 49 цента. Ой, каких центов? Ну, в общем, 2,49. Здесь у нас и протеин-кератин,
шелк, масло кокоса, молоко кокоса и вот это вот масло маноэ. Думаю, ну, как и любые кондиционеры, это вот глубоко кондиционируют. В общем, короче, наговорила какую-то ерунду. В общем, оставляете на 10-20 минут, потом смываете, все как обычно. Вот такой вот. Следующая это зубная паста, отбеливающая, от Colgate, Max White, с углем. Это их новиночка, она обещает 100% убрать все загрязнения, то есть от вина, от каких-то ягод. Но, мне кажется, если честно, любая паста, конечно же, уберет это с ваших зубок. Я не любительница отбеливающих паст, я вообще их в принципе, если покупаю, то очень-очень-очень редко. Ну, раз такая паста есть, то как бы и ладно, скажем так. Вот она выглядит. И стоит эта паста 4 паунда, то есть, в принципе, не из дешевых на их официальном сайте. Следующее средство – это вкусняшка вот такая, пахнет очень-очень вкусно. И в коробочке может быть две. Одна из них с клубничкой и другая вот такая вот Fun Edition Love Hearts. Это вот такие вот конфетки с запахом конфет. Это у нас санитайзер. Насколько я слышала, что санитайзеры не очень хорошие, но иногда они нужны. Здесь 50 мл. Опять же, удобно с собой брать куда-то в путешествие из-за того, что они маленькие. Вы знаете, я вот люблю маленькие средства. Давайте. Ой. Все равно, конечно, отдает алкоголем, как ни крути. Но пахнет приятно таким сладенькими конфетками. Очень приятно пахнет, стоит паунд 55. Дальше это вот такая вот вкусняшка, парфюм с ароматом. У нас он тут идет с чем ароматом? С ароматом иланг-иланга, розы, пиона, лаванды. Кстати, не люблю запах лаванды. От бренда Мишель энд Пич. Стоит вот такая вот миниатюрка 29 паундов. И парфюм в 50 мл стоит 85 паундов. То есть это такой дорогой парфюм. Поэтому, естественно, вложили, скорее всего, вот такую вот миниатюрку, чтобы попробовать. И на рынке, в магазинах я не встречала этот бренд, если честно. Ну вот, наверное, это английский бренд. Давайте понюхаем. Но здесь написано, что содержатся масла, поэтому, как тут, поэтому он такой дорогой, потому что он будет держаться на вас очень долго, как они говорят об этом. Ну и, оп, ну вы знаете, точно не мой парфюм, что-то мужское мне отдает. Лаванда, наверное, из тех растений, которые перебьет любой-любой аромат. Мне так кажется. Вот кто любит лаванды, наверное, им понравится, но так как я лаванду не люблю, она прям сразу бросается в нос. Прям сразу из всего выбивается, где-то еще в перемешку с розой. Я розы как пахнет люблю, но парфюм себе никогда не покупала с розой. И вот этот вот что-то такое, знаете, лаванда с розой. Вот не знаю, чем-то мне вот такое напоминает бабушкина. Ну, не знаю, мне вот, к сожалению, не очень. Я, наверное, вообще заметила, что я не любительница нишевых парфюмов, мне не нравятся их ароматы. Уверена, что есть вкусно, уверена, что есть те, которые они нравятся, но я, к сожалению, к таким не отношусь. Или, может, даже и к счастью. Последний аромат – это чашечка чая в виде скраба. От бренда Delicious Body стоит вот такой вот скраб 7,95, это полная его версия, 100 грамм на их официальном сайте, и он, это чай, настоящий чай, то есть, как они говорят, этот бренд, что чай можно не только пить, а также его использовать для ухода за своим лицом в виде масок, в виде скрабов для тела. И вот тут вот такой вот скраб, то есть он с маслами, вы его наносите, потом, когда смываете, масла, естественно, превращаются в масло, частички этого масла, ну, сказала какую-то ерунду, но, тем не менее, у вас кожа увлажняется. Вот здесь такой вот черный чай,
Такая вот интересная. Здесь вот мочите свои ручки, наносите скраб, ждете 2-3 минутки и смывается. Ну, скраб всегда, как говорится, пригодится. Ну, вот это все, что было в этой коробочке.